Около 80 собак и кошек находятся сейчас в приемнике или на передержках волонтеров. К маю сотрудники ожидают поступления котят с улиц и огородов, как традиционно происходит в конце весны. Денег на все не хватает, средства выделяют только на зарплату сотрудникам и оплату коммунальных платежей. Есть и программа ОСВВ, но по ней животные содержатся только 20 дней. Затем собак и кошек могут взять на попечение волонтеры, чтобы попытаться пристроить тех животных, кто не выживет на улице. Добровольцам нужна любая помощь. Посильный вклад в доброе дело сделала и пятая школа. Месяц назад стартовала акция «Из рук в лапу». Это акция, которая направлена на то, чтобы собрать корма, попоны для кошек, всякие товары для того, чтобы помочь животным в приюте «Зато верный друг». Мы эту акцию проводим впервые, и у нас достаточно хороший результат в этом плане. Школьники не просто отвезли собранные корма и вещи. Сотрудники приемника провели для девушек экскурсию. Самым приятным моментом встречи стало общение с четвероногими. От собаки Лайки охранницы приемника школьницы долго не могли отойти. Зверюшки очень классные. Сейчас тут больше собак, чем кошек. Вот. Мы всех погладили, всех потискали. Остались только положительные эмоции. Девушки надеются, что подобные акции в пятой школе станут доброй традицией. Напомним, любой желающий может передать помощь непосредственно в приемник на Озерного 24А в часы работы или через волонтеров. Вся информация есть в группе «Приемник для животных, зато верный друг, город Саров». Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.